На Агайском руднике Оренбургской области России 2 человека погибли в результате технологического взрыва. Судьба еще 4 остается неизвестной. Сообщается о 3 раненых. По данным правоохранительных органов, в настоящий момент проводится эвакуация 200 человек. Работа рудника приостановлена. На место отправилась оперативная группа Агайского гарнизона пожарной охраны, а также задействованы 2 отделения военизированного горно-спасательного отряда. К слову, Агайский горнообогатительный комбинат – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Урала – входит в состав Уральской горно-металлургической компании.